Всем добрый день! Теперь мы покажем еще одну причесочку, как сделать две косички, но при этом вот спрятать часть отрощенной, ну не отрощенной еще, а вот щелочки, которую пытаетесь отрастить. Для этого я вот разделила уже, мне нужно голову, не твое лицо, разделила волосы сзади, делала вот в предыдущих видео, для одной косы отделяла их в один хвост, здесь сделала два хвоста и спереди вот разделила. Ну, такую же прическу можно делать сзади с одной косичкой. Вот нам сначала нужна вот, нужен один. Все, прямо сядь. Вот так вот. Не нужно заглядывать. Вот здесь вот мне косички уже более-менее нравится плести. Более удобно, когда они плетутся с центра. Прямо сядь. Все нам тяжело. Здесь нам неудобно, это нам не очень. Так вот мы и заплетаемся. Темновато у нас вообще-то, не знаю, как на камеру. День у нас сегодня не солнечный. Пасмурно на улице. Щелки спрятаны. Так как отращиваем, поэтому вот здесь вот, конечно, торчат в косичке кончики от челки от отращиваемой. Это еще не, конечно, не очень красиво смотрится, но что делать, когда на прямые длинные волосы плетутся косы, там, конечно, совсем по-другому смотрится. Вот половинку челки заплели. Сейчас будем, здесь я уже все, конечно, постаралась причесать все, чтобы уже все сиди прямо, все вкладываю. Снова не в ту, которая вот сюда ближе, делю волосы на две части, вот на две. И вкладываю косичку в дальнюю и буду плести колоском. Для этого к центру постоянно. В предыдущем видео показывала, как она плетется. Единственное, вот здесь вот, когда косичка, что нужно следить, чтобы не захватить саму косичку. Ее можно захватить где-то в центре и запутаются волосы. Хотя если она вот коротенькая, то может быть и нормально будет. Как-то было, я косичку заплела длинную, и потом она у меня запуталась. В результате пришлось по новой переплетать. И теребит, пока все не растеребит, да? Анастасия? Заливаешь, что ли? Да. Вы думаете, мы просто так
стали косички плести? Нет. Нам нужен сюрприз. Мы просто так не хотим. Мама пообещала сюрприз, поэтому сидим молчим. Иначе бы у нас такого не было. Такие нам заколочки привезли из Финляндии. Подарили бабочки, красивые очень. Вот уже им не один год, не шоркались они, такие вид не потеряли. И даже сами резиночки хорошего качества. Обычно у нас продаются такие, которые быстро очень портятся. И никакого вида у резиночек, только на выброс. А здесь вот пользуемся ими. Так вот, сядь, пожалуйста, все уже волосы мне нужны. Вот так. Я давай. Пудру плела. Договаривались о чем? Да я тихо. Все, сиди давай спокойненько. Ну ты вертишься, мне мешает это. Конечно, если ребенок сидит спокойно, тогда и плести легко. А тут из-за чего я и не особо люблю такие вещи, как прически, косички. Это все требует времени, усидчивости. А у нас этого, особенно если идем в школу, то этого нам очень-очень не хватает. Кругом бегом с утра. Поэтому, ну вот такие еще как-то вот, что спереди вот эту косичку раз оставляем и оставшуюся часть только переплетаем, так еще более-менее время как-то не так много затрачивается, когда переплести остается только заднюю, допустим, большую косу, а вот эти косички оставить. Здесь оно время немножко высвобождается. Так, нас еще более-менее устраивает. Неровно косичка уже пошла плестись. Зажимчиком снова захватываю и перехожу к косичке. Все, делю ее на две части. Смотрю, чтобы они были на одинаковом расстоянии обе. И закидываю эту за дальнюю. Это как-то вроде потоньше получилась косичка. Смотреть, вот смотрела я в интернете, косы такие красивые на фотографиях, как только их плетут, это сколько там времени требуется для того, чтобы то шляпкой как-то из них делают такую красоту, можно сплести. Вот, видать, тоже ловкость рук нужна для того, чтобы
ориентироваться с волосами. Давай. Все. Одна косичка получилась чуть потолще, вторая чуть потоньше. Вот все, такая причесочка получилась у нас. Покажу прям ближе. Вот. Так вот она смотрится сверху. Здесь сзади косички. Всем пока. Пока. До свидания. До свидания. Спасибо за внимание.